И еще одна кадровая перестановка. Новый руководитель и новые идеи. В 44-й школе имени Алими Абдинановой сегодня представили нового директора школы. Им стала Гульнара Муртазаева, кандидат экономических наук, доктор юридических наук, профессор. Топ-менеджер более 10 лет управляла компаниями в различных отраслях. Нового руководителя учебного заведения выбирала аттестационная комиссия, которая состояла из 24 членов. Гульнара Муртазаева представила свой проект развития школы, который она успешно защитила. Единогласно было принято решение, что пост директора займет именно она. Я защищала кандидатскую диссертацию на тему социально-экономические проблемы возвращения и адаптации крымских татар еще в 96 году с точки зрения трибуны и кафедры. И один из аспектов социальной политики был аспект образовательного открытия национальной школы. И вот вы знаете, мечты сбываются в том плане, что для меня совершенно было нереально, что какие-то мои позиции найдут свое, так сказать, реальное воплощение именно в этом замысле. Поэтому дежавю такое удивительное, и сославшись на 96-й, а ныне совершенно другая юрисдикция, другие возможности, другие шансы. И я совершенно уверена, что перспектива нашей школы не только в возрождении национальных культур и традиций, но и в лучшем образовании. Целое поколение родилось, выросло и уже живет на территории Крыма. Хотелось бы говорить о возрождении, а школа номер 44 – это проект возрождения номер раз. Изменения коснулись только руководства. Все учителя остаются работать в школе. На ближайшем педсовете новый директор расскажет о своем проекте развития. В планах у нового руководителя сделать школу не просто лучше в Крыму, а поднять ее на уровень учебных заведений России. Элеонора Акимова, которая до января возглавляла 44-ю школу, остается в учебном заведении в качестве заместителя директора. Гульнара Наримановна Муртазаева – человек высокой образованности. Конечно же, команда остается полностью в том составе и в количественном, и в качественном, которое формировалось с самого начала. И на данном этапе могу сказать, что вот и Элеонора Шевкетовна находится в команде, находится в ипостаси зама директора школы. Уверен, что школа будет одной из самых лучших, потому что все заинтересованы в том, чтобы школа, которая носит высокое имя Алими Абдинановой, соответствовала всем образовательным стандартам. На последней встрече педагогического состава с депутатом были затронуты некоторые проблемы, которые не может решить администрация. Это качественный интернет, антискользящие накладки на лестнице и озеленение территории. В настоящее время эти проблемы решаются. Ступеньки приведены в порядок. 15 февраля будет интернет в школе самого высокого качества. И уже утвержден проект совместно с учительским коллективом, с руководством. И с весны начнем озеленение данной школы.